В Ишиме накануне состоялось открытие трех мемориальных досок. Первая появилась на областной больнице в память о заслуженном враче РСФСР, почетном жителе Ишима, участнике войны Борисе Белоусове. Он долгие годы работал хирургом. Я всегда хотела быть как папа, и он об этом знал. Единственное, что он меня уводил от специальности хирурга, ну, потому что считал, что я буду женщиной, матерью, женой. И вот так, как он прожил жизнь, он мне говорил, ты не сможешь прожить. Следующая мемориальная доска открылась в честь героя Советского Союза, летчика-истребителя Ивана Копица. Его семья переехала в Ишим в 1918 году, спасаясь от голода. Очень тяжелое было жизнь, но мечту свою он не оставлял и стал замечательным летчиком, стал героем. А героем не просто, это первый герой Советского Союза из нашего города. В Советском Союзе, в этой огромной стране, у него было удостоверение героя за номером 16. И последняя памятная доска появилась в честь маршала Советского Союза Константина Рокоссовского.